Команда «Арбутис». Большое спасибо, ребята, и спасибо, конечно же, болельщикам за такую поддержку. Ну а следующая страна – это Индия. Невероятная страна с удивительной историей, очень колоритным населением, необычной кухней, красивой природой, богатой флорой и фауной. Кто-то, побывав здесь, захочет вернуться в Индию снова. Ну а кому-то будет вполне достаточно одной поездки, чтобы получить яркие впечатления. Но однозначно то, что посещение этой страны очень влияет на сознание человека, заставляя заглянуть на некоторые вещи под совершенно другим углом. Встречайте гуманитарно-технический колледж знания.